здесь никакой Меган нет. И теперь мне интересно, кто она такая. Кто ты? Что ты делаешь на моем корабле? У Белтауна в порту два корабля. Вы отнесете пакет в кабинет управляющего вашего. Запрыгните в грузовой контейнер и вперед. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Вы директор круиза? У меня жалоба. Какой шутник, а? Посмотрим, как ты будешь шутить после разговора с лейтенантом Кайн. Лейтенант! Сопротивление не поможет. В кресло встроен генератор электромагнитного поля. Твои импланты – бесполезные куски металла. Да ну. Все их настройки будут сброшены. Придется идти в протез. Нельзя совместить несовместимое. Не получится быть хорошим копом, когда ты уже плохой коп. Думаешь, ты такой умный? Этот корабль направляется к морской базе Bell Tower. Это военный комплекс для содержания и допроса незаконных комбатантов. Там тебя разберут на запчасти. Нарушитель порядка? Отличная будет строка у меня в резюме. Смейся, смейся, шутник. По моему опыту, шутники раскалываются первыми. И все же, когда тебя обнаружили в контейнере, тебе удалось ликвидировать несколько опытных бойцов. Скажи-ка, лихач, тебе нравится убивать? Нет, если есть другой выбор. Но у тебя был выбор, когда ты решил взорвать наш порт. Не знаю, о чем ты. Еще как знаешь. Нам пока неизвестно, кто ты. Пока. Но Берг уже проверяет твою личность. У тебя импланты военного класса. И встроены так, чтобы ты смог сойти за гражданского. Кто-то потратил на тебя кучу денег. Повезло мне. Главный вопрос. Ты террорист или корпоративный шпион? Что, если я не тот, ни другой? Ты сам не понимаешь, во что вляпался, да? Станция Rifleman Bank — секретная база. Тебя никто там не спасет. Никто не знает даже, где она. Тебя бросят в темный подвал, и ты никогда не выйдешь на свободу. Подумай об этом, крутыш. Берком возвращаемся на базу. Следите за ним. Его снаряжение убрали? Так точно, сэр. Заперли в помещении наверху. Отлично. Выполняйте. Причард. Слышишь меня? Причард. Черт. Access granted. Тебя
отправит в изолятор вслед за ним. Так что заткнись и выполняй приказ. Чарли, аномальные показания в секторе D6. Выясните. Боже, теперь-то что? Только что сюда добрались. Опять куда-то идти? А ты предпочитаешь стоять в пустом коридоре? Хотя бы будет чем заняться. Идем. Экипажу приготовиться к разгрузке. Корма полный назад. Начинаем подход к станции Райфлман Бэнк.
Номер дока подтвержден. Начинаем подход к станции Райфлманбэнк. Экипажу приготовиться к разгрузке. Access granted.
Ожидание подтверждения стоков.
Ожидание подтверждения стоков. Остановка балластных цистерн. Осадка 2 метра.